Свято-Троицкий женский монастырь основан в 17 веке муромским купцом. Белокаменные стены и купола обрамляют Троицкую площадь. Территория обители разделена на две части – жилую для монахинь и для прихожан. Церковь преподобного Сергия Радонежского 18 века выполнена из дерева, открыта только летом в хорошую погоду. Рака с мощами святых Петра и Февронии находится в Троицком соборе. Очередь паломников, желающих поклониться святому Петру и Февронии, обычно тянется на много метров. Находиться на территории монастыря приятно, все располагает к спокойствию. Резные оградки, строения, искусственно устроенные клумбы. В источнике обязательно наберите воды. Сувениры выберите в иконной лавке во дворе. Если обойти монастырь с противоположной от центрального входа стороны, найдется место, где можно подкрепиться. У монастырской трапезной богатое меню и умеренные цены. И от себя скажу, готовят там очень вкусно.